אז אנחנו ממשיכים לקרוא מאותה פרשת שבוע. Мы продолжаем читать из недельного чтения, которое мы начали. Йоси, ты можешь лазур или кроить за досов? Йоси, ты можешь помочь мне? Талит ему надо. Рам, да, есть талит? Они тебе. Кроме кан. Мы хотим дочитать до самого конца книги. Дай ему талит, пожалуйста. Да, я подержу. רגע, צריך את ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו. אשר קידשנו. לא, אין לי את הברכה. אשר קידשנו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה והבשורה. אמן, אמן. וליוסף אמור מבורך את אדוני ארצו ממגד שמיים מתעל ומתהום רובצת תחת וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה ותבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיד אחיו בכור שורו הדר לו וקרני ראיהם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. עמים אר יקראו שם, יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו ושפוני תמוני חול. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. והיה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון והייתה ראשי עם צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן ולהפתני אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת אדוני ים ודרום ירשה ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהיו רצון אחיו וטובל בשמן רגלו ברזל ומנחושת מנעליך וכימיך דבאך הם כאל ישורון רוחף שמיים בעוזריך ובגאוותו שחקים. מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד. וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן תירוש אף שמיו יערפו טל. אשריך ישראל מכמוך עם נושה באדוני מגן ועזריך, ואשר חרב גאוותך ויקרשו אויביך לך. ואתה על בומותיך, על בומותימו תדרוך. אמן, תודה. אמן. תודה, אחלה. לא, זה היה ארוך, אבל זה היה משמעותי. תודה. זה בסדר. בינתיים. תודה. למה אני צריך לקרוא שיש מישהו שקורא טוב יותר ממני? Когда есть кто-то, кто читает лучше, чем я, то я предпочитаю, чтобы это было так. ואני רוצה להמשיך לקרוא את המילים האלה ברוסית. פשוט תקשיבו. Я хочу продолжить это по-русски читать и просто вслушайтесь. חברים מארצות אחרות, זה מאוד פשוט. אתם מסתכלים מה אנחנו קוראים בטקסט. Друзья из разных стран, вы читайте вместе с нами по своим Библиям. И потом я дам несколько толкований тому, что я прочитал. Об Иосифе сказал Господь, его землю благословил дарами высокого неба и бездны, лежащие внизу. Дарами, что солнцем приносит, дарами, что луна дает. Вершинами древних гор, дарами вечных холмов, дарами земли всем, что на ней. Благоволение пребывающего в терновнике, пусть оно главу Иосифа осенит,
теме избранника среди братьев. Он первенец, славен он, у него рога дикого быка, он бодает ими народы, бодает все концы земли. Эти рога сотен людей Ефраима, тысячи людей Манасии. А в Вулоне он сказал, угадайте, в какой местности мы живем? В Иссахар, да. А в Вулоне он сказал, радуйся, Вулон, ну. Во всех делах радуйся, Иссахар, в шатрах своих. Они созывают на гору племена и там приносят положенные жертвы. Их питают богатство морей, сокровища, что были сокрыты в песке. О Гаде он сказал, благословен тот, кто Гаду обширную землю дал. Гад живет словно лев, разрывает добычу, голову переднюю ногу. Он избрал себе лучший надел, это надел правителя. Когда собрались вожди народа, правосудие Господне совершил он. Решение Господи об Израиле исполнен. О Дане он сказал, дан молодой лев, что прыгает с гор Башана. О Нефалиме он сказал, Нефалим, отмеченный благоволением, исполненный благоволением Господня, владей западом и югом. Об Ассире, Ашер, это тоже мы здесь, Звулон и Ашер, Забидюк, Зорай, Фушанах, Нугарим, Звулон и Ассир, это в тех землях, где мы, Хайфа и Крайот, это все вот это земли Звулона и Ашера. Об Ашере он сказал, Ашер благословен более прочих сынов, да будет братьями он любим, пусть утопают его стопы в масле олив. Из железа и меди засовы твои, ты всю жизнь будешь полон сил. Бог Ешуруна, подобных нет. Он мчится по небу на помощь тебе, на облаках величии своем, древний Бог прибежище. Руки вечного опора, он прогнал твоего врага прочь и велел уничтожить его. Израиль живет без тревог, Иаков живет один в стране хлеба и вина, где небо источает росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, о народ, чьи победы от Господа. Вау, как точно, а? Он спасающий тебя щит, он твоей славы меч. Пред тобою заискивать станут враги, и ты спины их будешь топтать. Анахну нельмадах шав псукимаэлю. Мы будем изучать сейчас эти стихи. Я думаю, что это что-то особенное, когда мы именно во время праздника Суккот читаем эти стихи. Потому что неделю назад мы читали и учили о том, что Сука символизирует единство. Ахдут, ло рак Исраэль, га Исраэль ба миухад, аваль гам коле амим. Не только Израиль, Израиль особенно, но также и все народы вместе соединенные под властью Бога. И Суккот это символ надежды нашей и нашей веры в Бога. И поэтому важно слушать не только то, что я говорю сейчас, но то, что Бог через Писание говорит нам. Потому что это семена надежды и веры и познания Божия. И это, как я уже сказал, что это было особенное благословение, которое через Моше Бог изливает на народ Израиля. Кан катув ме Синай, ме Параан, ме кама мокомот махриз Элухим дерех Моше это браха. И тут написано, что в нескольких местах Моше пребывал, и когда Бог через него благословлял Израиля. Анахну килу матхилим баатхала, баатхалат шела перек шлушим вешалош. Пифтиху яхадит. Откройте вместе со мной самое начало 33 главы. Пасук штайм ме Синай. Второй стих. Он говорится с горы Синай. Гам ме Паран. И дальше с Фарана. Гами Мириват Кадеш. И дальше с Мириват Кадеша. Заюма кумот миухадим, ше элухим баофен миухад.
Это были особенные места, когда Бог особым образом обращался к Израилю. Что случилось, что произошло на горе Синай? Помните что-то? Матан Тора. Дарование Торы. Машу миухад. Что-то особенное. Макарабы Паран. Что в Паране произошло? Поэтому Паран за маком шел Аягар Эсав, ахшел Яков. В сущности, Фаран — это место, где жил брат Иакова Исав. И существуют различные толкования на этот стих. Но я думаю, что здесь нужно видеть то, что, как Бог защищает Якова от руки Исава. И мы помним, когда Яков, отец наш, боролся с ангелом. И потом, через несколько дней, когда он устраивает жертвенник Всевышнему, Бог дает ему новое имя Исраэль. Ты будешь представлять меня между народами, когда будешь ходить прямо предо мной. Агав, анахну курим баеврит кама паамим бимком мила Исраэль. Мила Ешурун. Шаматем кан. Коран минимум шлуша паамим. И вы слышали, наверное, что место Яаков мы читали сейчас, в данном конкретном случае, трижды мы читали имя Ешурун. Ба танах барусит лору имидзе. В русском переводе мы этого не видим. Мила Ешурун мимила Яшар. Ешурун от слова Яшар прямой. Кломар элухим дореш миамо бофен Яшар ламод лифанав. То есть Бог требует от своего народа быть прямым, предстоять прямым перед Всевышним. И среди нас есть разные люди с разным уровнем познания Писаний. Одни знают лучше Писание, другие немножко хуже. Но каждый может выбрать для себя себя. Но каждый может, вне зависимости от глубины познания, избрать для себя: я стою перед Богом, я стою перед Ним прямо. И если ты избираешь стоять прямо перед Богом, благословение приходит на тебя. И вот другое место, которое с Мереват Кадеш провозглашается. Макараба Мереват Кадеш. Что происходит на Мереват Кадеш? Оттуда были посланы 12 соглядатов, если вы помните. И вы помните, это была большая проблема Израиля. И мы учим то, что наша жизнь состоит не только из побед, но и вот таких вещей. И мы меняем, корректируем свой путь. И тогда благословение приходит на жизнь. 40 лет народ Израиля был в пустыне. Это было тяжело. И было много потерь. И в сущности, это была расплата за все те ошибки этих соглядатаев, которые были посланы с этой горы. Но в конце концов мы видели обновление всего народа. И мы продолжаем. И мы видим, как Моше начинает благословлять 12 колен. Если вы читали и внимательно смотрели, то вы увидите, что одно колено не упоминается здесь. Может, кто-то помнит, какое из колен не упоминается? Шимона. Нахон. Шимон. Мараим Шимон. Что такого плохого случилось с Шимоном? Батеология нацрита и умрим дан, а нахну руим по дан. В христианской теологии указывают на Дана, но мы видим здесь Дана.
Почему? Что случилось с Шимоном? Вы помните, в свое время, когда Яаков благословлял своих детей, он говорит так, Шимон и Леви, они братья. Но благодаря тому, что именно потому, что Леви был посвящен святилищу. И когда говорили о Леви, то все-таки имелся в виду и Шимон тоже, потому что они были как бы вместе в одной связке. И все наши отцы постоянно следили за тем, чтобы было именно 12 колен. Мы можем до завтрашнего утра комментировать, почему именно так, но так было, 12. И поэтому он соединяет Леви и Шимона, и чтобы получилось 12 ровных слов. И дальше мы начинаем с Рувена. Вы помните, у Рувена была проблема. Кто-то помнит, какая проблема была? Он взял себе жену отца. И написано, что Яаков проклял его за это. Но потом Рувен покаялся. И мы видим, тие гадоль, е лха арбе нашим. И Моше благословляет его тем, что у него будет много, он размножится. Ве анахну пашут роим, ше еш маком, ше бен адам тое, осе хет. И да, мы видим, как происходит, что человек грешит. Аваль кан уло машир отану бли ития. Но здесь он не оставляет нас без выхода. Al Yehuda omer Elohim shume kolecha. А Иуде он говорит, Бог слышит твой голос. Ve kamuvan ein po kivun yashir le Mashiach. И здесь мы не можем прямо вот напрямую видеть Мессию в этом. Aval im anachnu mistaklim nevot al Mashiach betanach kulo. Но когда мы весь Танах исследуем пророчество о Мессии. Ve'achar kach anachnu lomdim al Yeshua b'Brit Hadasha. И дальше мы исследуем то, что написано о Иешуа в Новом Завете. Atem zochrim Yeshua omed liyad kever shel Lazarus. И вы помните, когда он стоит, Иешуа стоит возле гробницы Лазаря. Ve'u omer לאלוהים, תקימו אותו מהמתים. И он, обращаясь к Богу, повелевает Лазарю встать из мертвых. וכל האנשים מסביב אומרים, האם אלוהים ישמע בקולו? И все, которые стояли там, они спрашивают друг друга, а услышит ли, послушает ли Бог его голос? אז זה אחד מהסימני של המשיח, שאלוהים ישמע בקולו תמיד. И один из признаков Мессии, что Бог всегда слышит его голос. И вот в этом благословении Моше Иуда получает благословение, что Бог всегда услышит твой голос. אבל כמובן עוד ממשה לימי של ישוע זה תהליך ארוך. Но мы понимаем, что от Моше до тех пор, пока пришел Иешуа, это был длинный процесс. ובגלל זה מקום המנהיגי או חשוב ביותר לוקח לוי. И поэтому наиболее важное главенствующее место в народе Израиля берет на себя Леви. И в 8 стихе о Леви говорится, что ты возьмешь на себя ответственность и власть за все священное действие в храме и на святом месте. И есть здесь немного странные слова, которые мы читаем. Что тут странного? Такир аба ва има, а та ло такир иладим шелха, рак китракез аля донай.
Ты не будешь знать ни отца, ни матери, ни детей своих. Ты будешь сосредоточен только на служении Господу. Мецадыхат, мецва, вызадавар гадоль, беам Исраэль, шаколь хат, идаг меодаль мишпахто. С одной стороны, мы знаем, что в Израиле это очень важное повеление, заповедь, чтобы каждый заботился о своей семье. Но здесь говорится обратно, ты просто не будешь знать их, ты будешь сосредоточен исключительно на Боге. Очень широкое толкование есть на эти слова. Но во время, когда ты служишь Господу, помним, что в Новом Завете о Иешуа написано. Когда он учил народ, и его мать, и его братья пришли для того, чтобы взять его. И мы помним, как он ответил на это. Он говорит, вы мои братья, вы моя мать. Ки кана это машу, и не она херет ли гамре, кана им амду, בשביל לקבל משהו קדוש מלמעלה, ובמקרה הזה, זה מה שחשוב לבחור. И потому что там они предстояли пред Всевышним, и они стояли пред тем, чтобы получить нечто с небес, и в это время, в это мгновение, это то, что самое главное. Пасук 12, Беньямин. 12 стих, Беньямин. А там и в урахме Адонай. Ты благословлен Господом. Мишу... יכול לדמיין למה משה אומר דבר הזה לבנימין? Кто-нибудь может высказать предположение, почему Моше благословляет Бениамина? Что такого хорошего случилось с Бениамином? Есть версия? Ир Иерусалим, а я башетах шел шевет Бениамин. Город Иерусалим был расположен на территории, которая занимала колено Бениамина. И храм. А я шам. И там располагался. И поэтому Моше пророческим образом провозглашает, что Бениамин будет благословлен особенным благословением. 13 стих говорит о Йосефе. ובעצם ידבר יותר על שני בנים שלו, על אפרים ומנשה. И в сущности он говорит в его лице больше о двух его сыновьях, о Ефраиме и Менаше. Еще гдолот кару ле Исраэль дерех Йосеф. Великие спасения были произведены в Израиле через Йосефа. ובעצם המנהיג הבא שהיה מחליף את משה, מה שמו? И следующий лидер, который заменил Моше, как его имя? Иешуа бен Нун, у Ая Мишевет Ефраим. Иешуа бен Нун, он был из колена Ефраима, сына Йосефа. Завулон и Сахар. Завулон и Сахар. Ашер, за коля штахим, что нахну не знаем баем. Это как раз те самые окрестности, где мы живем. Ве Элухим амар, דרך משה שאתם תביאו אמון ברכה ברכה כספית בעצם לעם ישראל. И Бог говорит здесь через Моше, что вы, обращаясь к Ашеру, Звулону и Сахару, что вы будете фактически экономическими обеспечителями, обеспечителями материального, то, что, в чем нуждается Израиль. Камуван, ам Исраэль умикуван лэлухим. Понятно, что народ Израиля, он обращен к Всевышнему. Аваль коль ам хай гам им кесев. Но всякий народ, он нуждается в том, чтобы иметь все средства для того, чтобы жить. Векан, афилу айом, анахну роим, эх коля та асия гдола, вегам это намаль, веколя кшарим, им аулам куло, эм бнуим по аля изоразе. И здесь сейчас мы видим, что огромная территория промышленного производства и связанная с портом, и все вот эти вот вещи, которые очень влияют на всю экономику Израиля, расположены здесь, в наших местах. Гад, Дан и Нафтали, зе шватим, шаю гам и матара мисуемет ми Элухим. Гадан и Нафтали, а также колено, которое получает особенные цели от Бога.
И естественно, что наше внимание обращено на фразу «Мы на Тебя, Господь, надеемся». Но сейчас мы видим, что имя Господа не настолько популярно даже в народе Израиля. מקבלים אזהרה על דבר הזה בברית החדשה. И мы читаем предостережение об этом в Новом Завете. יהיו זמנים שאנשים פשוט יזלזלו בשם אדוני. Потому что будут времена, когда люди будут пренебрегать именем Божьим. ויגידו שהכל לא משתנה, הכל אותו דבר כמו שזה היה מההתחלה. И будут говорить так, как это было в начале, ничего с тех пор не изменилось. Но в Новом Завете мы читаем предостережение к этому, что будьте внимательны, потому что ситуация может измениться драматическим образом, очень быстро. И мы живем в это время. И мы слышим все больше и больше, как люди смеются над именем Божьим. Но если мы будем внимательно смотреть на нашу историю, и мы увидим, что все наши победы, они связаны только с силой Божьей. Когда мы читаем средства массовой информации, смотрим телевизор и так далее. И благодарение Богу за всю нашу армию, технологию и все эти достижения. И они действительно великие достижения. Но мы должны понимать наши ничтожные размеры вообще, если взять по сравнению со всем миром. И без помощи небес. Все это сплошной блеф. Мы, как верующие, должны очень хорошо понимать это. И как верующие, наша ответственность возвысить свой голос за народ Израиля. В 28 стихе. Израиль хай бабитахон. Израиль живет надежно. Но наше упование, наша надежда на Господа. И стих говорит так. Вишкон Исраэль батуах. Израиль будет сидеть уверенно в своем месте. Бадад яин Яаков. Амшело мале баяин. Наполненный вином Якова. Яков. И в дат? Даган это пшеница. Дагон, то что у нас да, есть элеватор, то что его он будет наполнен пшеницей и соком виноградным. Они лишь некоторые дни карати в хадашот, что באיזשהו תחרות ענק של ינות בעולם, ישראל תפס שם מקומות מאוד גבוהים. Я совсем недавно прочитал в новостях, что на каком-то очередном фестивале вина Израиль занял очень почетное место в соревновании между винами. אף שמיים ירפו טל. טל יבוא משמיים. И роса придет с небес. טל זה בלשון תנכי זה לא בדיוק טל שאנחנו רגילים לראות בבוקר. И роса в символике библейской это не имеется в виду та роса, которую мы видим по утрам на земле, которая выпадает. Ишайяху мидабер аль тал ки аль коах шемакима митим. Исаия говорит о росе как неком символе силы, восстанавливающей мертвых к жизни. Афилу ше батанах
эйн, батура эйн мамаш арбе милим аль ткумат мин амитим. И даже несмотря на то, что в Торе нет много чего написанного о воскресении мертвых. Аваль коля тарбута зе ше йом эхад элухим ишакем эт аколь. Но вот это понимание, общее понимание, то, что однажды Бог исправит и восстановит все. Веткумат мин амитим зе ехелек мамаш галуй лекулам. И о воскресении мертвых это будет очевидно для всех. Аз анахну роим давар азе бе Тора. Так что это можем видеть уже в Торе. Они пошут роце акшав лавор лебрита хадаша. И сейчас я хочу обратиться к Новому Завету. И благодаря тому, что мы читаем эти слова в время праздника Суккот. В лифней шавуа, кшелимадити аль хага Суккот, ве дибарти ми Йоэль. И когда я говорил неделю назад из пророка Йоэля и учил о празднике Суккот. Аз рамасти ше бабрита хадаша. Я намекал, что в Новом Завете. Хелек ми автахот шела Суккот кару. Бешевот, шфихат руаха кодеш. Часть обетований праздника Суккот произошли как раз в другой праздник, праздник Шевот. ואנחנו זוכרים שכל האנשים שם בירושלים התמלאו ברוח, לא כל האנשים, אבל קבוצה מקובדת התמלאה ברוח הקודש. И мы помним, что многие люди в Иерусалиме исполнились Духом Божьим. אנשים חכמים לומדים את הפסוקים האלה. И мудрецы изучают эти стихи. כולם מסכימים. Все они соглашаются. שמה שקרה אז בירושלים. Что то, что произошло в Иерусалиме тогда. בחג השבועות. На праздник Шавуот. היו בעצם דברים ראשונים. Это были только начатки того. שצריכים לקרוא בגדול, בצורה גלובלית. בזמן הסוכות, וכנראה שאנחנו מתקרבים לימים האלה. То произойдет гораздо более грандиозных, в глобальных масштабах именно во время праздника Суккот, и я думаю, что мы как раз приближаемся к этому времени. ואנחנו כמאמינים משיחיים. И мы как мессианские верующие. שאנחנו בעצם מיעוט. Когда мы, естественно, меньшинство в нашем народе. И мы часто можем чувствовать себя как будто бы оттесненными в какой-то угол, и мы такие маленькие в нашем народе. בעצם אנחנו צריכים להבין, мы должны в сущности понимать, שאלוהים בחר בנו, что Бог избрал нас. ואני לא אומר את זה בגאווה, я не говорю это с гордостью, אלא אומר את זה בעירת אדוני להכיר את משיח, но в страхе Божьем, чтобы познавать Иешуа Мессию, להקדים לפני כל עמנו, и представлять его перед всем нашим народом. ואני רוצה לפתוח פסוק. Я хочу прочитать стих из книги Второзакония. אני מבקש ממכם גם לפתוח את זה בפרק 18. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 18 глава. Сефер Дварим. 18 глава. Пасук 18. Книги Второзакония. ואני רוצה לקרוא שני פסוקים, 15 ו-16. 15 и 16 стихи. וכאן משה אומר מילים מאוד מאוד מרתקים. И здесь Моше говорит, произносит слова очень-очень интригующие. הוא אומר ככה, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני יקים לך אדוני, אלוהיך, אליו תשמעון. Пророка, подобного тебе, изберет из среды тебя Всевышний, его слова слушайте. Я повторяю. Моше умер лиам Исраэль. Моше говорит народу Израиля. Нави микирбеха миахиха камони яким леха Дунай логеха элав тишмиун. Пророка, подобного мне, воздвигнет из тебя Всевышний, его слова слушайте. Пасук 16. Миколя шер шаальта מאם אדוני אלוהיך בחורף ביום
הקהל לומר לו אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהיך אלוהי ואת האש הגדול הזאת לא אראה עוד ולא אמות. И все, что ты просил на горе Хорив, там, когда просил меня, чтобы мне больше не видеть и этого огня, и не слышать этого грома, что там? Они азбир макурешам. Я объясню, что тут происходит. Ам Исраэль яцами Мицраем, такшиву тов. Слушайте внимательно. Зе давар мёд икруни, их анахну мааминим, ве маанахну бихляль, ми анахну бихляль. Это очень важно, во что мы верим и кем мы себя понимаем. Народ Израиля выходит из Египта. И они стоят у подножия горы Синай. И в определенный момент Бог начинает говорить с народу Израиля. И помните, какая была реакция Израиля? Они были напуганы страшно. Они убегали оттуда от избыточного страха. И они сказали Моше, мы боимся, чтобы нам не умереть. Невозможно стоять перед Богом и остаться живым. Ты иди и говори с Ним. И вот мы через 40 лет Бог открывает решение в пророчестве для народа Израиля. Он говорит так. Моше говорит, я пошел и я предстал перед ним. И вы думаете, что мне так было просто все это? Но знайте, народ Израиля. Подобному мне из вашей среды воздвигнет Господь себе человека. И он будет близок к лицу Божьему. И он будет слушать Господа. И он будет передавать слова, которые он слышал от Господа. И понятно, что когда Моше говорит об этом самом пророке, то вот в это слово пророка можно подставить любого из пророков, которые были в Израиле. Но в Брите Хадаша мы говорим псуким, помимо работ, думим. Но в Новом Завете мы множество раз читаем подобные стихи. Шебаавар Элохим дебер дерех невиим шоним, авал безман ахарон мидабер дерех бно яхидо. Что в прошлом Бог говорил через множество своих посланников, пророков, но теперь Он говорит через Сына Своего Единственного. И мы множество раз можем видеть, как соотносится, сравнивается Иешуа с Моше. И Моше сказано, что он был служитель в доме Господнем. Но у Иешуа сказано, что он сын в доме Господнем. То есть, пожалуйста, поймите. Бог дал народу Израиля множество заповедей. Но одна из важнейших мицвот, заповедей народу Израиля, познать пророка, который будет подобен Моше в народе Израиля. И из всего народа Израиля Бог избрал малейшую часть, это часть вы. Вы начаток, вы самое только начало всего этого дела. Шеквар и камтем аситем это мицва гдулазу, что вы уже удостоились действительно начать делать, исполнять эту заповедь. И картем бы Иешуа. Вы познали Иешуа. Ве Элохим олех ласот машу гадоль по баарец. И Бог предполагает сделать здесь что-то великое. Ше
Что изменит не только лицо Израиля, но лицо всего мира. Потому что то, что произошло 2000 лет назад в Иерусалиме с излиянием Духа Святого, оно будет выглядеть какой-то маленькой вещицей в сравнении с тем, что произойдет в будущем. И Йоэль, пророк, говорит о последнем и о первом дожде, и о последнем дожде. И первый дождь, как правило, это такой чисто символический, падают несколько капель. Но потом приходит сильный дождь, который изменяет ситуацию совершенно. Когда это совершится, я не знаю. Но Писание говорит об этом. Писание говорят к нам. Это пророчество, которое непосредственно связано с нами. И неважно, верим мы в это или не верим, это говорится о нас. Я хочу молиться, чтобы нам получить благословение, все благословения, которые Моше изрек 12 коленам. И быть использованными во всех планах Божьих для последнего времени в нашем народе. И это может быть слово для кого-то здесь. И к тебе приходит сомнение: ой, зачем я оставил эту землю, текущую молоком и медом, там, где я родился, и я приехал сюда, и что я здесь делаю? Мед и молоко здесь, в этой земле. Это что-то другое. Это как роса. И там это роса, это роса, покрывающая траву. Но в Израиле роса — это сила воскресения мертвых. И мед и молоко здесь тоже другие. И здесь не говорится о продукции соответствующих фирм, которые выпускают молочную продукцию. Но о глубинной сущности нашей земли. О сущности и предназначении нашего народа. И поэтому написано. Придет время. 10 людей из народов ухватятся за цицит одного еврея. И скажут: веди нас, потому что мы знаем, что с тобой Бог. Давайте пристанем. Отец наш, который на небесах, я думаю, что очень тяжело понять все. И наш мозг просто не воспринимает все. Только некоторые капли. И в тот момент, когда мы принимаем эти самые капли, Мы вдруг вспоминаем о себе и вновь забываем о твоем призвании. И вновь начинаем плакать и жаловаться, и кто я, и что я, и зачем. В тебе, Господь, наша сила. То именно об этом говорит недельное чтение, которое мы читали. Это благословение. Здесь написано: на облаках в скорости придет к тебе Господь. И Он тот, кто хранит тебя. И нет другого. И Он делает это в любви к тебе.
И также он делает это, потому что ты инструмент в его руках. Я, Отец, молюсь об этом откровении, чтобы каждый мог чувствовать себя инструментом в твоих руках. Но помоги нам быть пригодными инструментами через силу Иешуа, через силу воскресения, через Дух Святой. И это не мы, это Ты, который может обновить нас. И скажут «Аминь».